Подснежники появились в Нижегородской области. В распоряжении редакции телеканала оказались кадры, сделанные за 200 километров от Нижнего Новгорода. Молочный цветок запечатлен на фото в Пильнинском районе. Это, по словам специалистов, еще один признак того, что весна набирает обороты. Хотя, как говорят метеорологи, появление такого цветка в начале марта – не редкость. Главное, чтобы погода располагала. У нас подснежники были даже и в феврале. Если очень высокие температуры и земля освобождается от снега, когда верхний слой почвы чуть-чуть размораживается, то вполне возможно, что могут зацвести и первоцветы.